Здорово, пацаны, здорово, гангстеры. Как вы поняли по названию этой серии, мы сегодня преобразим ВАЗ-2101 пикап, который является концептуальной тачкой, которую можно было когда-то купить за 3 штуки. И я с того момента, как ее купил, а это было зимой, я ни разу ее не перетюнинговал. И сегодня я хочу полностью изменить ее внешний вид, чтобы еще раз вам показать, какая это классная тачка. Я ее ставлю чуть ли не в топ-1 тачку по всем параметрам. И она у меня вот в таком заколхоженном виде. И я хочу реально ее сегодня преобразить до неузнаваемости, до самого лютого дрифт-корча, который только можно сделать из этой тачки. А эта машина, пацаны, напоминаю, самая лучшая машина для создания дрифт-корча на Радмире. Кстати, мимо проезжал, словил совершенно случайно кадр. Здесь стоят тачки Чопикса, и посмотрите, просто 3 тачки из Форсажа в ряд, и сзади жига за забором вот такая. Блин, смотрится классно, но я думаю, сейчас ее переделают так, что она здесь станет 4-й в ряд. Ну, и у нас не будет такой ситуации, что какой-то толстяк стоит и чинит свою М5. Наша тачка не будет ломаться. Самый важный момент. И мы не будем пить кока-колу и бить машину, которая сломалась. Добрый день, нужен тюнинг. Тюнинг? Да, интересует тюнинг. За арбузы сделаешь? Или только за рубли готов? За рубли готов. Поехали. Он готов только за рубли, к сожалению. За арбузы он не готов. Это очень плохо и прискорбно слышать. Свободный. Самый свободный, в самый 5-й заеду, короче. Заглушим. Ебать, выбираешь за арбузы, нахуй. Иди, а чё? Выбираешь, ты, что тебе надо. Я сейчас поставлю арбузы, тебе отдам. Не, натуре, давай за арбузы. А как? Я чё, ебу, что ли? Давай, иди. Я не знаю, ебёшь что арбузы или нет, но я их предпочитал бы есть. Давай, иди, выбирай, что надо. Да ладно, не стесняйся, я отвернусь, ты можешь там пару взять отъебать. Какой-то чел, автомеханик, как всегда, ебет арбузы. Главное, чтобы машину мне не поломал. Сейчас реакция, пацаны, будет. Диски за лям 200, чтобы вы понимали. Почему здесь и откуда стоят воссоны, я не понимаю. Или не воссоны, это что вообще? Сейчас посмотрим, когда он завершит работу, как он. Ты сейчас что заказал? Я не знаю, машину купил. Новую, получается. Мне сейчас 240к упало, ебануться, это ж... Ты охуел, ты вообще откуда, блядь, появился со своей белкой, блядь? Появился Димон из ниоткуда и говорит, что хуйню делаешь какую-то. В смысле хуйню, тут просто перекрасить пришел, цвет ищу. Хочу, короче, сделать такой, знаешь, Dead Insider-ский такой, как будто я на SF играю, у меня кайлы вот так взлетают. Понял? Я понял. Как будто что? А что у тебя тачка прозрачная? Через заднюю. Я не знаю. А, бля, она зеленая вообще. Я думал, черная будет. Не, ну это не Dead Inside, это какой-то лох. Ты сам лох. Да хуйня винил в целом. Давай другой винил Dead Insiderский. Ты сам на таком ездишь, пиздишь тоже. Ну у меня не Dead Insiderская, у меня спортивная машина. Там есть другой, вот он похож на тот, который тебе нужен. Да это этот детский, который, блядь, ты хочешь, чтобы я поставил 3-й? Да. Не, не хочу, он не очень. На второй забивной просто там как будто. Второй, я то на втором уже полгода езжу, мне надоел. А у тебя машина номера очко, как он может быть инсайдерским? А я поменяю. Ча. Какой ты поставишь в очко, да? Да, сейчас. Заметит Димон разницу или нет? Давайте проверим. Сейчас, у меня есть другие номера в очко, ща. Вот новые повесил. Как Дагестан, в Москву переехал. Блять, он заметил. Я тебя проверял, заметишь ты или нет. Не, ну слушай, блять, прикольно, вообще на рандоме получилось. Я сейчас черную тренировку. Я на банк. Проверка прошла. Я никогда такие тачки не делал. В смысле, какие 5 лямов? Поехали. Я просто так следил. Ну все, пока механик. Давай, Дима. Дай ему денег. Оцени от одного, да я ему так нормально, он, блядь, сейчас анус поменяет. От одного до одного, один, блядь. Все. А почему сзади не видно, ебать, что это такое? Я что-то поставил не то. Нормально. 0 из 10. Сука. Не может быть 0. Да 0, блядь, вообще никакая тачка. Да я на SF тебя на миду раскатаю на этой машине. Приеду, блядь. Да я вижу твой плащ SF, блядь. Я точно, да, ну да, Аркану выдел. Аркадий ты, ёпта, давай рули нормально. Ну что, ты не видел, как я заехал бодро сюда? Ты чё мне тут рассказываешь? Я глаза закрыл, я моргал этот момент. Стробоскоп, что ли, блядь, моргать?
телескоп, ёпт, руль лево-право, да, и BMW не врежешься. BMW? Это что? Блять, вертолет бы сейчас парковать у хрущевки. Ай, Лёха меня по салону мотает, эй, вай! Ты дурак, блядь. Убирай эту хуйню его зеленую, он заебал все машины, блядь, говном затонирует каким-то. Сука. Черный сделает. Чепухолок. Ой, блядь, что он жмет вообще? Куда же ты выбираешь, блядь? Что ты делаешь? Желтый дрист. Жизнерадостный. Какой желтый дрист? Не Dead Inside, это как будто машина джиперса, криперса, блядь. Вот так вот, норм? Dead Inside лысо, да? Чувствуешь? Знаешь, что надо еще? Знаешь, что еще надо? Человек бензопила, блядь. Не-не-не-не, надо, короче, этот сноуборд аксессуар под лобовое, чтобы было под лобовым. Да, дизраптор, дизраптор, да, 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 дизраптор. Потом нужен тебя... Мишка, Мишка должен быть типа и плюшевый. Ебать, вообще точно, тип, слушай, да, типа хорош, у тебя умер Мишка, игрушка, и ты ее любишь, типа, и положил. Не-не-не, я бы ее сюда просто за место лочка на Лады бы нацепил. Или на бок бампера, под бампер рядом вот так вот. Да сделать, не, под типа. Бампер тупо как-то будет. Вот прям посередине будет ништяк. Номера должны, знаешь, какие быть? Знаю, сейчас повешу, у меня есть специальные X, 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 короче, понял, типа зашитые, короче, идут. А, ну слушай, да, тут, блядь, ты что-то, ты что, дизайнер, что ли, или ты дизайнер, я не понимаю. Я, дэдинсайдер, я. Дэдинсайдер, да, а такие? Есть Олег, не, ну это добрые какие-то, не, должны добрые, быть. Добрые, нихуя. Ну какая, ну зараза, что это зараза? Общи, бля. Или мразь номера какие-нибудь, нет, да это добрые все какие-то. Добрые номера. Сейчас бы, блядь, добрыми быть номерами. Ну или шестерки, кстати, реально тоже. Ну. Да, XXX 666 надо. Надо ехать покупать. Срочно покупать, поехали на ларек. Я его кикнул, наверное, придурка-то. Ядрить ты что? Посмотри. Что, блядь? Это реакция Квантова на машину, он, блядь, офнулся, чтобы вы понимали. Эй, блядь, что ты делаешь? Пусти меня. Бля, сейчас камеру пониже сделаю. Слушай, тут ручник дернули, ладно, блядь. Ты не понял, нахуй. Да вон, у киндера ручник тоже сейчас дернет. Я, блядь, я сейчас твой ручник дерну. Ну-ка, блядь, киндер. Сюрприз в натуре, обкакался. Это, я говорю, бери свою волыну, ты случайно не тот ручник дернул, а твой. Эй, брат, убери волыну. Ну, пониже сделаю. И он там догоняет нас еще со стволом, нахрен, блядь. Тупой! Чуть инсайдерская, как пейка. Копейка, блядь. Что было? Рубль бережи, да там чела сбил, тупой, орёт. Я говорю, приятно познакомиться. А когда мы ролик в реальной жизни с тобой снимем в Москве? Не знаю. Я знаю, какой мы ролик будем снимать. Какой? Копейка из копеек. А. Ты там разлаялся. Дед Инсайд пришел, говорит, машина хуйня, уходите. Сука. Это я еду на ларьки сейчас. О, блядь. Зачем? За хубабубой, блядь? Бля, тупей, это я сейчас, бля, просто... Еду на ларьки, еду нахуй, знаешь, в моменте резко. Это Dead Insider-ская музыка, и Dead Inside доставку можно, знаешь, такой... Пизда, ехал, умер просто. Ехал, не доехал, нахуй. Ой, блядь. Какой, у тебя есть Dead Insider-ский тазик? Ну, примерно вот спереди, смотри, спереди. Вот так где надо делать. А, блядь. Вот, чтоб спереди было с Раптор написано. Блять, это знаешь, айловкой надо, блять, наполовинку прикрыть. Да-да-да. С Раптор вот такую тебе надо спереди делать. У тебя цвет, конечно, такой. Персей. Персил, блять. Персил, ёп. Персей, сын Ганнибала. Собаки. Толпы, блять, о. Толпы собак, сын, толпы собак. Бля, прикинь, два Dead Inside с ебалом лягушки выпрыгнули. Чисто с ДТПшки, блядь, прибежали. Два чера ебланы едут просто. Чё-то... Давай, паркуй. Паркур, блядь? Вот на паркур ещё поставил колхозник, что ли. Ищу листву, блядь, давай, по мне заезжай. Так, я закрою, чтобы эту красоту не угнали. Что, мы медведя будем искать? Бля, ну найдешь, кричи, только не громко. Ники поменяйте, говорят. Нахуя? Хуя натуре. Ты нашел? Да.
Давай, блядь, чтобы я буду просто идти напротив, а ты по этой стороне. Не, давай в один этаж ларек забегать, что максимально поебаться. Тупорылый, блядь. Давай, давай. Бля, вот я нашел магаз для нас. А, ну ты там уже, блядь. Это мой магазин сейчас. Да? Да, пипега шоп. Блядь. Я упал. Что-то у тебя кроме нихуя сабвуферов не продается, как обычно. Сука. Сука, блядь. В магазин зашел. Да как нахуй, я туда же забегаю. Вообще еблан. Утиная лавка, что-то уток тут не видно. Блядь, какой-то зоопарк, блядь, пипега шоп, блядь. Утиная лавка. Опять все раскупили к херам собачьим. Остались только сабвуферы. Сейчас бы сабвуфер туда, блядь, толкать. Ну, медведевские сварка, дорогие, они редкие и дорогие. Ты же медведя сваркой перепутал. Так нихуя, ты думаешь, мы найдем вообще, раз они редкие? Тут косяки продаются. И чё? По 10к. Понятно. Нахуй в ларьках продаю. Блядь. А есть номера, это именные фазы называют. О, XXX0001 нашел. Чё думаешь, брать? Ну это... Не, надо понять, именной XXX, типа... Бля, такие, они 10 швы. Лямов стоят. Швы надо, чтобы было. Ну да, XXX. О, а ты продаешься. Да я видел, за 2 ляма, да? Да-да-да. Пиздец. Дешевка. Дешевая дешевка. Не пизди, 100 скинов раздал, конечно, 2 ляма. Я 5 раздал. А что с другими? Проиграл их в казике, что ли? В себя проиграл казик. Себя проебал чисто. А я всем не даю, чтобы меня это понял, не положил на землю. Пилдом не выебали резину. Да-да-да. Чисто дал челу, блядь, он там хуйней занимается в твоем скине. Что ты думаешь? Что это ты, блядь? Эксперименты проводят. Что будет, если отсосать 10 бомжам на респе? И в твоем скине. В твоем скине. Сука, аж плюнул. И на зону понял, видео присылают. Ничего, тут разлеглась ляля, блядь. Грана. Белка есть только, блядь, наксор на плечо, белка. У меня машина плечо, по-твоему? Блядь, 105-я с Binance. Блядь, пришел в Adidas и понял еще одна этот. Это пустой вообще магазин, неукрашенный, блядь. Стрёмный, по-любому в нем все продается. Лёха сзади, нет. Украшения, во, Мишку нашел, прикинь, в самом стрёмном магазе. Ну, я прошел проверку, что мне заново покупать. Сейчас этот школьник у меня прибежит, медведя заберет еще чуточку. Медведя нахуй не надо забирать. Так, медведь школьник. Есть, а дизраптор еще есть, нет? Да ищу дизрапторов, не вижу. Они очень редкие, очень дорогие, кстати. Да ты мне про медведя говорил, я нашел его за 2 ляма, я думал, там, блядь, 20 миллионов будет цена. Че, гонишь 2 ляма, это пиздец для медведя, они бесплатно раздавали же. А, ну тогда еще ладно. А, ну понял, это, короче, был весенний этот ивент. Ну и че, у меня скин тоже, блядь, бесплатно раздавался. О, иксы за... Во, надо было просто походить. Вот эти иксы я пятерочки возьму. Пятерочка такое острое число. Пойдет. Ну, лям 400. Да. Даже пригодятся потом в целом. Что-то дешево. Ну все, медведя купил деденсадерского. Номера купил деденсадерского. Да, да, да. Разъебался просто раньше времени. Разъебал. Ехал пиво пить, не умер. Ты думаешь, есть смысл за трап взять? Трап? Ну. Сейчас посмотрю. МКС есть. Трап, ну вот это, думаешь, есть смысл его подожди, поставить? Трап, вот эту хуйню, это, не, ты что это наебало, ты забыл, мы с тобой купили трап, это оказалось хуйня, чтобы дорогу прокладывать на этот, на зимнюю хуйню. А, серьезно? Это не та, которая на тачку? Не, помнишь, мы с тобой заскамились, короче? Мы не знаю, мы каждый день с тобой скамимся, блядь, просто. Багажник искали на крыше, купили этот трап, оказалось, что это не аксессуары, а просто хуйня. Оказалось, это, блядь, мужик, а не баба. Понял, нет? Лёха хуй резиновый ищет. Черт, блядь. Димон уже нашел, ему не надо. Лех, есть скупаешь? Купаешь. Нет. Хуи резину скупаешь, ладно. Ого, чел! Знаешь, как будто реально. Чисто, блядь, ларек вперед. О, смотри, кстати, это мой ларек, кстати. Смотри, хочешь прикол? А, вот это твой ларек? Да-да-да, хочешь прикол? Да и Никита Ефремов тоже мой ларек был. У тебя этот продается здесь, бумер вайт. Не-не. А, ну да, это я его продаю. Иди сюда. Он видит, баллончик на пятерке, блять, как обычно, взят либо сабвуфера, либо баллончики на пятерке. Смотри, видишь, что там за закуска? Что там за закуска вот слева? Бургер мирного.
А, ларёк как называется? И чего? Ну, чего ты ржёшь, заходишь каждый день с этой хуйни? Не, ну типа вот так становишься, типа справа Бургер Мир, слева Бургер Мир Гам. Ну типа как в видосе мужик, который орал Бургер Мир Гам. А, еще настолько все тяжело. О, вот эти вот рожки еще куплю за нормально. Оперские за 3,5 антенны. Да мне насрать, что это. Антенны, блядь, спутниковые, блядь. Color TV, блядь. Купи конкурентник, Лёх, купи мне, ты богатый. А тебе за что? Ты что, мне напиздел? 0 из 10? Ну купи хуйню вот это, вот это украшение для транспорта. Видишь, конкурентник. Да ебать, купи микрофон, ты чёрт, сука. Сука, меня аж до муражек пробило. Я ж насрал, сейчас стул пойду протираю. У тебя стул появился, нихуя поднялся. В этот раз из-под лифта, блядь, достал. Чисто, ты знаешь, с помойки без сидушки, чисто ножки, блядь. Рама, блядь, одна. Деревянный такой щит отслоился, блядь, этот, который нахуй. Не резы. Где? Олега Монгола скин можешь взять и на нем. Купи мне кенгурятник. Я купил. Блядь, что ёбнулся, орёшь? Дай купил. Купил? Дай. Что дай? Ну дай мне кенгурятник. Я его сейчас скину, на. Блядь, долбоёб, подожди, стой, нахуй. Поднимай. Не скидывай. Готов? Готов? Нет, блядь, можешь передать просто гиви? Не, давай. На счет 3, готов? Блядь, Лёха, а если альт не прожмется? А ты тейк, команду. А, тейк? Это да. Да. Тейк, прописывай, давай. На счет 3, 1, 2, 3. Все. Чистим отверстие. Блядь, ебать, я насрал, слышишь? Ебать, Лёха, спасибо. Этот кенгурятник, он редкий, короче, он падает только с кейса, короче. Ты типа понятно, меня развел в очередной раз, блядь, и рад этому, да. Да не, заходим. Да не, мне просто плащ подарили, я поэтому решил, что тоже надо следует подарить. Спасибо. Подарили, короче, погнали, тюнинговать, все, я купил уже чем мог на эту тачку. Че за движ? Че за движ, блядь, все уже, движ вырубился, мы поехали. И бегать. Блядь, там Рено Логан застрял в параше. А где она твоя? А где, блядь? Сперли нахуй. Дерево, а, ой, вот это, слышишь, вот этот Семченко спер ее, давай сюда его. Семченко? Вот это причем. Вот этот, он скин на этот играл на даймонде. Вот он, иди сюда, вот он тут. Погоди, блядь, где она у меня, во. Демона. Так, сначала номера весим, короче, пацаны. Самые сначала бодрые. Номера повесились, а потом Дэденсайд повесился. Да ну все, не шути, блядь, уже, ну. Мало ли кто ёбнется. Смотри, какие мне номера, кстати. Я не знаю. Это динозавр, я хочу медведя ебануть. Что за говно? Что за говно, блядь, подошел, говоришь, что за говно? Слышишь, блядь, реально, входит выебывать. Да нет, пока не надо. Сеточка. Не надо, не бей машину, долго, подожди, блядь, молю. Не бей машину, либо набью тебе ебало. Что за говно? Блядь. Ну вроде не криво, ну нет, криво, а нет, не криво, нормально, ровно. Чё еще я купил? А, рога еще сзади сюда присобачим. Секс номера, ты чё, блядь, задонатил, что ли, просто, чтобы купить номера эти? Нет, я их видел. Я их видел. Это твои номера. Да? Да. Я что, ёбнулся? Тебе еще и подарил их? А, ты знаешь, какие мне номера подарил последний раз? Мама, я в ютубе. Магнат ты мне дал номер. Магнат? А, ну ты нормальные номера, да. Ну она под нефтяной. Я помню, ты для меня лошара купил номер и не отдал мне. Блять! Потому что ты лошара, блядь. Не понял? Я же ты лошара и себе. Их оставил. Смотри. Dead Inside. Сегодня мы расскажем вам. Где ты, Лёха? Что? Давай, рассказывай. Сегодня мы вам расскажем про новую базу под названием. Да ниже повесил бы, ниже красивее смотрели. Стоят. Ниже медведь, на бампер сбоку. Асимметрия, да нет, должна быть. Что это, блядь, логотип какой-то? Ну что это, блядь, медведь? Я... У меня почему два типа там за... Ой, ебать, я за... Ты как будто этого медведя сбил, и ему похуй, понял, вообще? Не-не-не, нормально. Не-не-не, не очень. Нормально! Мне не нравится. Блядь. Я считаю, что сбоку должен. Я думаю, просто ниже надо. Сбоку ты именно посади, типа, типа я его этими дворниками прижал, что ли? Да. Либо дворниками сбоку, либо к бамперу, типа, он привязан. Блять, ну тут... Лёха, погодите, не толкайте машину.
Как это снять? Как снять эту хуйню? Через J, да? Нажми на капот одеть. R. А, вот украшение ТС, ну, мишка. Съебали. Пошел нет. Кто сказал пошел нахуй? Может, Леха, пошел Леха, нахуй? Подожди, можно минуточку внимания на меня, пожалуйста? Ну? Ну, поверни там, я не знаю, на меня хотя бы. Погоди, вот. Тачку не шевелите, пожалуйста. А, все, понял, вопрос. Ну давай, Кирюк, дай. Можно я почешу тачку? Давай. Во. Давай. Леха, подожди минуточку. Ну? Здравствуйте, господа зрители. Небольшое обращение. Да. А под названием реклама. Банда Сталкер, самая лучшая банда в мире. Поехали, мы вас поехали, ждем. Поехали. Мой номер телефона 779933. Звоните, я буду рад звонкам. Только с софтом, да, сейчас скажем, переберем, блядь. Че? Только с софтом, да, берете? Да, он ли софт? Что, не если ПБ не выиграете меня софтом, то считайте. Все, пацаны, реклама. Давай, от первого лица поехал, блядь. Дрифтить. Он же с медведем тут гоняет. Так пер... не, слушай, медведя. А от первого лица-то ебать легко дрифтиться. Никогда не знал. Охренеть. А чё так легко? А так можно было, что ли? Так чё ты гонишь? Это дрифт-трек вообще-то здесь настройки. Я понимаю, но я от третьего лица как еблан езжу, а от первого-то я смотрю как боженька. Я прям чувствую нормально машину, как будто сам за рулем. Нормально ты, мужик, лёгкий. Ебать, я забожил. Это что? Блять, сбросилось. Блять, первый это вообще классно. У меня кто-то ездит там? Нет, я что, один? А, нет, с каким-то клоуном тут. Да, блядь, что тебе надо? Ты где? Давай парный да дрифт. Да меня дрочит тип какой-то машину, блядь, мою. Где она? Давай, ща я приеду. Вон твое корыто стоит. Не, ну сравните, да? Вообще имбу сделал. Я первый раз такой стиль сделал. Говна поел, блядь. Нет, Dead Inside нормально. Все, оперстайл уже не в моде. Все гопники уже, короче, в динозавров превратились. Все уже анимешными стали, понял? Чувствуешь волну, блядь. Вот он я, блядь, на семерке еду. Ты вот на этом? На белой семерке, да. Вообще на дефолте прям? Прям дефолтная. Прям даже номера не блатные. Ты знаешь, типы на дефолтных скинах в Fortnite бегают, это ты вот, походу. Твои пизди! Сука, со стандартным ножом в КС-ке гоняем, да? С Краснодара просто я. Месячный, что ли, ты? Блять, я сразу же от третьего лица въебался, это что такое? Я не могу. Реально. Я от первого лица вообще просто сейчас даже вот... специально выебываются перед тобой, именно перед тобой дрифтят. Да, да, я заметил. Вообще похуй, знаешь, нет там подрифтить, покататься, понаслаждаться, просто... Я от первого лица... Сука, ты что собираешь вообще? Подожди, я реально нормально чувствую тачку. Че ты ловишь волны? Блять, прикоснулся слегка. Реально. Кого это? Триколор ТВ, я НТВ ловлю, блядь. У меня это, русское лото сейчас будет. Бочонки, блядь, собираю из мешка. Цвет говна ты реально сделал, реально. Жить здорово, смотрю, с малышего, знаешь? А Фазенду не смотришь? Фазенда, да, там, блядь, школа ремонта еще помню есть. Там университет, школа, да, работа, да, да. Слушай, мы вокруг типа нормально из острых козырьков нагоняли. А есть детский сад ремонта? Или это опенгеймер тут стоит? Это Dead Inside. Так, я обещал влететь в ларек в какой-нибудь. На смерть. Нет. А песня можешь грустно? На смех, блять. Давай, давай. Опа, от первого влетел, ебать, почуял. Это вообще что? А почему я так чувствую машину? Ты как сперматозоид, ой, влетел, ууу. А ты нет, да? Ты не сперматозоид. А я белый просто. Ты Саша. Из инкубатора, да, родился? Сразу на Редмире, блять, зарегался. Меня в капусте нашла. В ноль лет. О, все, эта серия так должна была так закончиться трагично, как предполагалось. Так это ж ты, Dead Inside, у тебя депрессия в 0 лет, реально. Да-да, вон, мне поплохело, настроение испортилось, я врезался по приколу. Настроение испортилось. Добили, как говорят, все пока, пацаны.